Друзья, всем привет! Это Светлана Янчева, мой канал «Переехать в Болгарию». Сегодня мы с мужем гостим в доме нашего друга в селе Келевче, это пригород Мадары, 17 километров от города Шумен. И я хочу вам показать сельский болгарский дом. Это вот второй дом, построенный на этом же участке. Дома, оба дома выполнены в типичном болгарском стиле. В два этажа построено. Из очень качественных материалов. Оба дома имеют террасы великолепные. Сегодня выходной день. День рождения моего мужа. Поэтому мы здесь. Во втором доме сейчас идет небольшой ремонт. Я смогу вам показать оба дома тогда, когда здесь произведут окончание этого ремонта. Вот такое великолепное место для барбекю. Огромный участок. Кстати, оба этих дома продаются. Вот грецкий орех так растет здесь, для тех, кто никогда не видел. Вот великолепный второй дом. Итак, друзья, оба этих дома продаются. Участок очень большой. В предыдущем своем видео я выкладывала ролик об окрестностях села Келевче. Можете к нему вернуться, посмотреть. Если дома кому-то интересны, то в следующих видео я покажу, что там внутри. Сейчас, чтобы не занимать ваше время, я съемку пока прекращаю. Мы с мужем идем праздновать его день рождения. Кому домики понравились, кому понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!